Соборное послание святого апостола Иакова. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам. Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные. Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте. Смех ваш да обратится в плач и радость в печаль. Смиритесь пред Господом, и вознесет вас. Не злословьте друг друга, братья. Кто злословит брата или судит брата своего, тот злословит закон и судит закон. А если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья. Един законодатель и судья, могущий спасти и погубить. А ты кто, который судишь другого? Теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там один год, и будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу, и живы будем, то сделаем то или другое. Вы по своей надменности тщеславитесь. Всякое такое тщеславие есть зло. Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Послушайте вы, богатые, плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас. Богатство ваше сгнило, и одежды ваши изъедены молью. Золото ваше и серебро изоржавело, и ржавчина их будет свидетельством против вас, и съест плоть вашу, как огонь. Вы собрали себе сокровище на последние дни. Вот плата, удержанная вами, у работников, пожавших поля ваши, вопиет, и вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа. Вы роскошествовали на земле и наслаждались, напитали сердца ваши, как бы на день заклания. Вы осудили, убили праведника. Он не противился вам. Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается. Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот судья стоит у дверей. Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. От Марка святое благовествование. Пришли опять в Иерусалим, и когда он ходил в храме, подошли к нему первосвященники и книжники и старейшины и говорили ему: «Какою властью ты это делаешь? И кто тебе дал власть делать это?» Иисус сказал им в ответ: «Спрошу и я вас об одном, отвечайте мне, тогда и я скажу вам, какую властью это делаю.
Крещение Иоаннова с небес было или от человеков? Отвечайте мне. Они рассуждали между собою. Если скажем «с небес», то он скажет: «Почему же вы не поверили ему?» А сказать «от человеков» боялись народа, потому что все полагали, что Иоанн точно был пророк. И сказали в ответ Иисусу: «Не знаем». Тогда Иисус сказал им в ответ: «И я не скажу вам, какою властью это делаю». И придоша паки в Иерусалим, и в церкви, входящей ему, придоша к нему архиереи, книжницы и старцы, и глаголуша ему: «Коею областью сия творивши, и кто ти областью даде, да сия творивши?» Иисус же, отвечав, рече им: «Вопрошу и вы, и аз слово едино, и отвечайте ми, и реку вам, коею областью сия творю. Крещение Иоаннова с небесе либе или от человек? Отвечайте ми». И мыслиху к себе глаголюще: «Аще речем с небесе, речет, по что бы не веровости ему. Но аще речем от человек, бояхуся людей, вси бы имеиху Иоанна якова истину, пророк бе». И отвечавши глаголуши Иисусови: «Не вемы». И отвечав Иисус глаголи им: «Не аз глаголи вам, коей области сия творю». Добрая мысль не западает в сердце, если она не от божественной благодати. Лукавый помысл не приближается к душе, разве только для искушения и испытания. Человек, достигший того, чтобы познать меру своей немощи, достиг совершенства смирения. Дарование Божие к человеку приводит сердце в возбуждаемое к непрестанному благодарению. Искушение наводит на душу ропотная мысль, постоянно возбуждаемая в сердце. Господь сносит всякие немощи человеческие, не терпит же человека, всегда ропщущего, и не оставляет без вразумления. Душа, далекая от всякого озарения видением, предается таковым ропотным мыслям. Уста, всегда благодарящие, приемлют благословение от Бога. Если сердце пребывает в благодарении, нисходит в него благодать. Благодати предшествует смирение, а наказанию предшествует самомнение. Горделивому попущается впадать в хулу, и превозносящемуся деятельную добродетелью попускается впадать в блуд, а превозносящемуся своею мудростью попускается впадать в темные сети неведения. Человек, далекий от всякого памятования о Боге, носит в сердце своем тревожимую лукавую памятью мысль против ближнего. Кто при памятовании о Боге уважает всякого человека, тот по мановению Божию втайне обретает себе помощь у всякого человека. Кто защищает обиженного, тот поборником себе обретает Бога. Кто руку свою простирает на помощь ближнему своему, тот в помощь себе приемлет Божию мышцу. Кто обвиняет брата своего в пороке его, тот обвинители себе обретает в Боге. Кто исправляет брата своего в клете своей, тот исцеляет собственный свой порок. А кто обвиняет кого-либо перед собранием, тот увеличивает болезненность собственных своих язв. Кто втайне врачует брата своего, тот явную делает силы любви своей.
а кто стыдит его перед глазами друзей его, тот показывает в себе силу зависти. Друг, обличающий тайно, мудрый врач, а врачующий пред глазами многих в действительности есть ругатель. Знак сострадательности — прощение всякого долга, а знак лукавого образа мыслей — прекословие падшему. Кто делает вразумление с целью сделать здравым, тот вразумляет с любовью, а кто домогается мщения, в том нет любви. Бог вразумляет с любовью, а не отмщает, да не будет сего. Напротив того, имеет в виду, чтобы исцелел образ его и не хранит гнева до времени. Этот способ любви есть следствие правоты и не уклоняется в страсть мщения. Правдивый мудрец уподобляется Богу, ибо наказывает человека, вовсе не отмщая ему за грех его, но чтобы или исправился человек, или устрашились другие. Наказание, не подобное этому, не есть вразумление. Кто делает добро ради воздаяния, тот скоро изменяется. Кто по силе ведения своего удивляется при созерцании ведения, какое в Боге, тот, если и умерщвляется плотью, то не превозносится мыслью своею и не уклоняется от добродетели. Кто просвещает ум свой для достойного воздаяния Богу, тот и душою, и телом снизшел во глубину смиренно мудрее. Ибо прежде, нежели приблизится кто к ведению, восходит и нисходит в житии своем, как же скоро приблизится к ведению, всецело возносится в высоту. И пока возвышается, не достигает совершенства восхождения ведения его, пока не наступит он и век славы, не приимет человек полного его богатства. Ибо в какой мере усовершается человек пред Богом, в такой идет во след его. В истинном же веке Бог показует ему лице свое, а не то, что он есть. Ибо праведные, пока входят в видение его, и видят образ, как в зеркале, а там узрят явление действительности. Огонь, возгоревшийся в сухих дровах, с трудом угашается. И если в сердце отрекшегося от мира явится и западет Божия теплота, то воспламенение ее не угашается, и она стремительнее огня. Когда сила вина войдет в члены, ум забывает строгость во всем. И памятование о Боге, когда овладеет пажитью в душе, истребляет в сердце памятование о всем видимом. Ум, обретший духовную мудрость, есть то же, что человек, который находит готовый корабль в море, и когда взойдет на него, уплывает из моря века сего и приходит к острову будущего века. Ощущение будущего века в мире сем есть то же, что малый остров в море, и приближающийся к нему не утруждается уже в волнах видений века сего. Купец, когда раздел его кончен, спешит уйти в дом свой, и монах, пока еще остается время деятельности его, скорбит о разлучении с телом сим. А когда ощутит в душе своей, что искупил он время и получил залог свой, вожделевает будущего века. Пока купец в море, в членах у него страх, чтобы не восстали на него волны и не потонула надежда делания его. Пока и монах в мире, страх овладевает житием его, чтобы не пробудилась на него буря и не погибло дело его, над которым трудился
от юности и до старости своей. У купца в виду твердая земля, а у монаха — смертный час. Мореходец, когда плавает среди моря, смотрит на звезды и по звездам направляет корабль свой, пока не достигнет пристани. И монах взирает на молитву, потому что она исправляет его самого и направляет шествие его к той пристани, которой житие его направлено в ежечасной молитве. Мореходец высматривает остров, у которого бы привязать ему корабль свой, запасается там нужным на путь и направляется потом к другому острову. Таково и шествие монаха, пока он в жизни сей. Монах переходит от острова к острову, то есть от ведения к ведению, и при этой перемене островов, то есть ведений, преспевает, пока не выйдет из моря, и шествие его не достигнет оного истинного града, в котором обитатели его не занимаются более куплею, но каждый упокоивается в богатстве своем. Блажен тот, у кого купля его не пришла в расстройство в этом суетном мире среди великого моря сего. Блажен тот, у кого корабль не разбился, и в радости достигает он пристань. Пловец без одежды погружается в море, пока не найдет жемчужину. И мудрый монах, совлекшись всего, проходит жизнь, пока не обретет в себе бисер Иисуса Христа. И когда обретет его, не приобретает уже при нем ничего из существующего. Жемчуг хранится в сокровищницах, и услаждение инока соблюдается в безмолвии. Деве вредно быть в народных собраниях и при многолюдстве, а уму инока в беседах со многими. Птица, где бы ни была, стремится в гнездо свое, выводит там детей, и рассудительный монах поспешает вместо свое сотворить себе плод жизни. Змея, когда сокрушено у нее все тело, блюдет свою голову. И мудрый монах во всякое время охраняет веру свою, которая есть начало жизни его. Облака закрывают солнце, а многоглаголание потемняет душу, которая начала просвещаться молитвенным созерцанием. Птица, называемая Еродией, по словам мудрых, веселится и радуется в то время, когда удалится из мест обитаемых и достигнет пустыни и поселится в ней. Так и душа иночествующего приемлет в себя небесную радость в то время, когда удалится от людей, придет и вселится в стране безмолвия, и там станет ожидать времени своего исшествия. Рассказывают о птице, называемой Сирена, что всякий, слыша сладкозвучие ее голоса, так пленяется, что, идя за нею по пустыне, от сладости пения забывает самую жизнь свою, падает и умирает. Сему уподобляется то, что бывает и с душою. Когда ощущается ею небесная сладость, тогда от сладкозвучия словес Божиих, переданных чувством уму, душа всецело устремляется во след этой сладости, так что забывает свою телесную жизнь, и тело лишается пожеланий своих, а душа возносится из этой жизни к Богу. Живы в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного водворится. Речет Господи, ве заступник мой, и си, прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него.
яко то избавит тебя от сети ловчи и от слови семя тележного, плечма своим осенит тебя и под крыле его надеешься. Оружием обыдет тебя истина его, не убоишься от страха ночного, от стрелы летящие во дни, от вещи во тьме приходящие, от срящие беса полуденного. Падет от страны твоя тысяча, и тьма одесную тебе, к тебе же не приближится. Обаче очима твоим осмотришь, и воздаяние грешников узришь. Яко ты, Господи, упование мое, вышнего положилось, и прибежище твое. Не придет к тебе зло, и рано не приближится телеси твоему. Яко ангелам своим заповесть о тебе сохранить тебя во всех путях твоих. На руках возьмут тебя, да никогда преткнешь о камень ногу твою. На аспида и василиска наступишь, и поперешь льва и змея. Яко на мя упова, и избавлю и, покрыю и, яко позна имя мое. Воззовет ко мне, и услышу его, с ним есть в скорби, изму его и прославлю его. Долготою дней исполню его, явлю ему спасение мое. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, яко на тя упова душа моя. И на сень крилу твоею надеюся, донде же прийдет беззаконие. Воззову к Богу Вышнему, Богу благодеявшему мне. Посла с небесей спаси мя, даде в поношение попирающие мя. Посла Бог милость свою и истину свою, и избави душу мою от среды скимнов, поспах смущен. Сынови человечести, зубы их оружие и стрелы, и язык их меч остр. Вознесися на небеса Божие, и по всей земле слава Твоя. Сеть уготоваша ногам моим, и слякоша душу мою, и скопаша пред лицем моим яму и в подошовню. Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, воспою и пою во славе моей. Восстань, слава моя, восстань, псалтирю и гусли, восстану рано. Исповемся Тебе в людях, Господи, воспою Тебе во языцах. Яко возвеличися до небес милость Твоя и даже до облак истина Твоя. Вознесися на небеса Божии по всей земле слава Твоя. Воздвигох очи мои в горы, отнюдь же придет помощь моя. Помощь моя от Господа, сотворшего небо и землю. Не дашь во смятение ноги твои, я ниже воздремлет, храня тебя. Все не воздремлет, ниже уснет, храня Израиля. Господь сохранит тебя, Господь покров твой на руку десную твою. Во дни солнце не ожет тебе, ниже луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою, Господь. Господь сохранит вхождение Твое и исхождение Твое отныне и до века. Ко Пресвятей Владычице нашей Богородице и Преснодеве Марии со умилением помолимся. Пресвятая Богородице, спаси!
надежда моя Богородице, приятели честиры и странных предстательнице, скорбя Тебе.